Сочи мигрант-таджик 2001 года рождения расправился с женщиной на пляже. Вчера утром в районе Адлерского пляжа «Огонек» прохожие обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Ее личность уже установлена. Женщине 46 лет, в Сочи она переехала из Луганска. В ее убийстве подозревается гражданин Таджикистана Насреддинзод Мухаммаджони Масуджон 2001 года рождения, который может передвигаться на белом автомобиле Hyundai Solaris. В Сочи объявлен розыск предполагаемого преступника. Известно, что женщина познакомилась с таджиком в приложении для знакомств, об этом рассказала подруга убитой. Они договорились о встрече, на которой женщина была убита. На пляже пара распивала спиртные напитки. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина забил подругу обломком тротуарной плитки, это засняли камеры видеонаблюдения. После убийства преступник скрылся с места и был объявлен в розыск. Его уже задержали, на первом допросе он во всем признался и рассказал, что убил ее потому, что она отказала ему в близости. Стали известны подробности убийства судебным приставом своей подруги в Новосибирске. Пристав зарезал невесту после дня всех влюбленных. Пара работала в одном из отделений судебных приставов. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а родственники убитой готовятся к похоронам. 24-летняя Ирина переехала в Новосибирск из Республики Саха. Службу девушка проходила с 2021 года в отделе судебных приставов исполнителей Новосибирского района. На работе девушка встретила свою любовь 34-летнего Сергея. Ирина была такой доброй девушкой, отзывчивой, очень светлая и искренняя. Они с Сергеем были вместе около года. К свадьбе готовились. Летом должны были расписаться, рассказали друзья пары. 14 февраля они отмечали День всех влюбленных. Все было хорошо, а дальше друзья пересказывают развитие событий со слов соседей. Соседи рассказывали, что Сергей начал бегать по всему подъезду в трусах. Было такое ощущение, что он что-то употребил и ему начали мерещиться демоны. Потом он схватился за нож, рассказали соседи. Ирина пыталась защититься от жениха. Набрала сразу нескольким друзьям. Друзья сразу забеспокоились и приехали к ней домой. Вызвали скорую, полицию. Ее пытались спасти, но было поздно. Сергей ее ударил один раз ножом в шею, говорят знакомые. Катя умерла в квартире до приезда скорой. Сергея задержали. СК возбудил уголовное дело по статье убийства. Как уточнили в ведомстве, мужчину отправили в СИЗО. Ирина была единственным ребенком в семье. Как только родная мать и отчим узнали о гибели дочери, то тут же вылетели в Новосибирск.